Всем добрый день. Сегодня у нас очередная распаковка. Не очень большая. А в частности, уже распаковывать ничего не надо. Помимо серого пакета пришли переходные кольца при использовании различных фильтров. Пришли вот в таком варианте. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Здесь вот представлены переходные кольца в зависимости от того, какой у вас диаметр фильтра и диаметр, на который вы можете насадить на объектив, то исходя из этих вот размеров можно использовать фильтры нестандартного размера. Вот, например, есть фильтры 67 мм, 72 мм. А, например, есть у нас объектив, на который накручиваются фильтры 52 мм. Чтобы не брать множество фильтров под каждый объектив, можно взять один на максимальный объектив с максимальным размером под фильтры, а остальные уже использовать при помощи этих переходных колец. Вот, например, здесь вот у нас установлен фильтр 52. Если мы сейчас посмотрим. Установлен фильтр 52. А мы хотим установить, например, 67. Вернее, есть у нас в наличии только 67, а 52 как бы в наличии нету. Насчет ультрафиолетовых фильтров это, конечно, не критично, потому что стоимость их достаточно невысокая. Вот у нас даже 72. Мы берем, ищем 52 и ищем 72. Накручиваем 72. Вот так вот у нас все получилось. И в результате у нас получается следующая конструкция. Да, сразу же хочу сказать, что на ультрафиолетовых, конечно, можно не экономить. Можно и купить на каждый объектив, стоимость достаточно невысокая, особенно в бюджетной сфере. Если вы не берете какой-то супер навороченный и производительный фильтр. А вот в части касаемо фильтров, таких как, например, градиентный, стоимость их уже достаточно высокая, и здесь хотя бы купить один, который подошел бы для всех вариантов. Таким вот способом можем обойтись одним, например, ND-фильтром для всех объективов, которые у вас есть в наличии, включая как смартфонный вариант и включая, если у вас есть какая-то фототехника со съемными объективами или несъемными объективами. Их достаточно много, и установочный размер, резьба фильтров отличается у каждого, что установлено сейчас непосредственно здесь. Вариант выхода из положения, именно установка вот в таком виде данных фильтров. Как видим, все успешно у нас установилось, все прекрасно сидит и работает, в результате ничего не мешает. Причем эти кольца называются переходными кольцами с увеличением размера, то есть up, а есть еще и down, то есть наоборот, когда идут. Здесь еще есть опасность, когда down, то, что может происходить затемнение в углах кадра. В этом случае, как таковых затемнений, не существует. Плюс еще ничто иное, как получается у вас бленда вместо вот этой бленды. Тем самым, как вариант избежать дополнительных паразитных лучей на линзах объектива. Вот такие вот переходные кольца можно использовать для того, чтобы, имея один ND-фильтр, можно применить на нескольких объективах с разной резьбой установки фильтров. При помощи данных переходных колец, а именно в сторону увеличения. Есть один небольшой минус. Если мы посмотрим, то мы не сможем установить защитную крышку. На время съемки у нас объектив как бы не защищен, защищен, соответственно, фильтром, который стоит намного дешевле, чем сам объектив. Хотя достаточно дорогой фильтр по отношению непосредственно к защитной крышке. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.